Без подарков не остались и дети в Химкинской центральной клинической больнице. Глава округа Дмитрий Волошин посетил ребят, которые проводят предновогодние дни на больничной кровати. Он поздравил детей с праздником и вручил подарки. Подарили шарфик такой. Ага, что еще? Подарили еще шапку. Будешь носить? Да. Дарье Лукашевич 12 лет. Попала в больницу неделю назад из-за проблем с суставами. Но уже идет на поправку. Сегодня девочку выписывают. Новый год планируют встретить уже дома с родителями и друзьями. Когда будут бить куранты, какое желание будешь загадывать? Хотелось бы, чтобы было много подарков, чтобы счастье, здоровье, ну и чтобы следующий 19-й год был удачным. Также глава округа поговорил с детьми об условиях в больнице и спросил о новогодних пожеланиях. Приезжаем, детей поздравляем, подбадриваем. Главный врач нас всех обнадежил, что дети все выпишутся. Никаких осложнений нет ни у кого. Дарим подарки, собираем желания. С нами вместе работает Дедушка Мороз, который эти желания исполняет. Это не первые гости в Химкинской больнице. Накануне детей поздравили полицейские управления МВД России. Акцию «Полицейский Дед Мороз» проводят каждый год. Сотрудники не просто подарили подарки, но и рассказали о правилах безопасности в новогодние каникулы. Полиция для детей – это не какой-то признак устрашения, а то, что это их друзья, которые всегда придут к ним на помощь. Подарки, детские улыбки и новогодние пожелания. Теперь праздники будут не только волшебными, но и безопасными. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.